Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 95-м уроке видеокурса Landing Page для начинающих. И в этом уроке я хочу показать классный виджет, который позволяет делать тень на тексте таким образом. Когда я веду мышь по тексту, смотрите, что происходит с тенью. Посмотрите, какую красоту можно получить с помощью специального виджета. Тень двигается относительно мыши. То есть как будто мы вводим фонарем или лампой какой-то светим на буквы, и от букв происходит тень. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим данный виджет. Как обычно, из библиотеки виджет я перетаскиваю на холст. Сразу давайте придумаем, какой мы хотим текст отображать. Кликаем по настройкам, и первое поле здесь как раз вставляется тот текст, на который вы хотите сделать эффект тени. Так, пока настройки трогать не будем, давайте сразу поговорим про размер, про шрифт и про цвет. Изначально у вас будет текст маленький. Как изменить эту ситуацию? Выделяете этот виджет, в Muse выбираете инструмент текст и обычным способом ставите какой-нибудь размер. Идет подгрузка, вот видно, что размер букв увеличился. Также можете выбрать цвет вашему тексту и, соответственно, шрифт. Если мы сейчас сделаем предпросмотр, у нас уже все будет работать. То есть вот видно, да, там идет такая легенькая тень. Наверное, я сделаю еще чуть побольше размер. Если у вас вот так происходит, выбираете инструмент выделения, да, и за маркер немножко оттягиваете виджет, чтобы ваш текст не переносился на другую строчку. Идем дальше по настройкам. Это у нас расстояние между буквами. То есть между каждой буквой расстояние. Если нужно, здесь увеличивайте. Третья настройка. И здесь в скобочках показано от 0 до какого значения максимум можно выбрать. Это такая некая жирность, насыщенность вашей тени. Вот давайте попробуем здесь выставить 50. И посмотрим сразу в браузере. Видите, тень такая стала насыщенная, яркая, мощная, да? Дальше двигаемся. Следующая позиция opacity – это прозрачность. Здесь играйте просто настройками и подбирайте нужную вам прозрачность. Можно управлять вот этими вот стрелочками вверх-вниз. Выставить можно от 0 до 1 максимум. Shadow – дистанция. Это расстояние тени. Ну, выставите 1 и посмотрите, как влияет. Shadow Blur – это размытие тени от 0 до 100. Можно выставить. То есть можно сделать как бы более такую размытую тень. Давайте попробуем сделать, например, 10. То есть видите, тень получается такая более с четкими краями, менее размытая. Если у Blur я выберу 100, то смотрите, как размывается по краям. Уже смотрится так неестественно. Хотя, может быть, вам понравится. Следующий параметр Shadow Color – это цвет тени. По клику по цвету можно из палитры выбрать любой оттенок. Давайте попробуем фиолетовый и посмотрим, как работает. Вот видите, тень такая фиолетовая. И последняя настройка – личный идентификатор данного виджета. Давайте покажу на примере, зачем он нужен. Например, мне нужно два текста с таким эффектом. Я дублирую этот виджет. Например, меняю здесь какой-то текст. И если идентификатор один и тот же, то смотрите, у второй копии с именем Федор, да, нету ничего. То есть нету никакого эффекта тени. Для этого и нужен идентификатор. Здесь вы просто меняете, например, текст 2. Подставляете двойку вместо единицы. И тогда у нас с вами все получается. Несколько текстов. И тень работает. Надеюсь, виджет вам понравился. Его вы сможете скачать у меня на сайте. Ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse, без
сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет, например, меню для мобильных устройств, несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто.